Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение только сегодняшнего дня – жакет «Вечернее рандеву». Этот жакет эксклюзивно представлен на нашем телеканале «Шоп-н-шоу» и специально с нашими же дизайнерами канала разработан именно для сегодняшнего уникального дня «Fashion Day». Этот жакет модный, стильный, яркий, сделает вас сразу настоящей королевой весны и лета. Жакет, который позволит еще и подчеркнуть достоинство вашей фигуры и скрыть все нюансы, потому что это прямой силуэт и еще свободный мягкий материал. Ну а благодаря тому, что здесь у нас есть еще интересные вот такие оторочки, золотая молния, такой жакет становится уникальным. Знаешь, я тебе хочу сказать, что еще благодаря тому, что у нас здесь с вами вот такой вот мягкий внутри материал, я специально еще расстегнула, чтобы вы увидели, это сезонное предложение. А это значит, что вы в таком жакете будете еще весной и согреваться, и сохранять свое здоровье. Ох, мягкий и нежный. Не затеряйтесь в толпе, конечно, в таком ярком жакете. Вечернее рандеву, специальное предложение только сегодняшнего дня. Экономим сегодня больше, чем платим. 200 экономим, а цена 1999 рублей. Друзья, у нас для вас есть целых 6 цветов на выбор. Давайте выбирать свои цвета. Вот сейчас мы на подиуме с вами видим лиловый оттенок на нашей Ольге-блондинке, бежевый в центре на модели Алине и на Милане изумрудный цвет. Но помимо этих трех цветов, у нас с вами есть еще варианты. Есть вариант бордовый. Мне очень нравится, что здесь рисунок напоминает вот такую вот восточную сказку, восточную стилистику. А для себя я выбираю бирюзовый оттенок. Бирюзовый оттенок тебе очень идет. Великолепно смотришься в нем. Вот действительно стильная весенняя девушка. Итак, размерная линейка от 50 до 68. У нас сдвоенная размерная линейка. Свет, подскажи, пожалуйста, как ты подбирала размер? Вот смотри, для того, чтобы я такой жакет могла носить и в качестве полупальто или удлиненного кардигана, я внутрь могу всегда надеть водолазку или, например, джемпер, я брала на размер побольше. А вот если вы хотите использовать именно как жакет в обтяжечку и носить его только на нижнее белье, тогда вы выбираете размер в размер. Итак, размерная линейка до 64, от 50 до 64. Размера. Выбираем и наслаждаемся специальной ценой. Только сегодня всего 1999 рублей за жакет, который вы будете носить круглый год буквально. Жакет, который создан для того, чтобы вы встретили в нем весну. Ты знаешь, у меня вот даже в том году была история, когда уже какие-то теплые драповые шерстяные пальто сняли, а пиджаки еще было холодно носить, я вот совершенно не знала, что в этом межсезонье надеть. Не было у меня какого-то удачного жакета такого. А вот я тебе как раз предлагаю обратить внимание на наш жакет. Я сейчас его вывернула наизнанку и хочу вам показать, что здесь у нас с вами изнутри, посмотрите, полностью мех, полностью мягкий материал, флис, который напоминает именно вот такой укороченный мех. Не просто по спинке или передней полочке, и даже по рукавам. Очень многие современные производители экономят именно на рукавах, потом у нас ручки мерзнут. Здесь у нас все защищено. Поэтому в таком жакете вы будете сохранять свое тепло этой весной. Кстати, даже летом в прохладные вечерние дни или, например, когда вы поедете куда-то отдыхать, в поездку, вам не захочется надевать какую-то куртку или ветровку, вы захотите надеть такой жакет. Конечно, всегда приятно, когда нежные ткани прикасаются к нашему телу и согревают нас. Звоните прямо сейчас, все звонки на телеканал Шоп-н-шоу абсолютно бесплатные. Никаких предоплат сегодня мы с вами не делаем, оплачиваем потом по факту получения и экономим 2100 рублей. Ну, кстати, некоторые думают, Свет, что верхняя одежда – это всегда дополнительные сантиметры. А уж если это верхняя одежда с цветами, то это и еще плюс несколько сантиметров. А все заключается, Арин, в том, что как правильно выбрать посадку и какие цвета и оттенки взять для себя. Во-первых, вообще вот такой рисунок всегда отвлекает внимание от нюансов фигуры. Мы смотрим и разглядываем наш образ, а не смотрим, где что мы замаскировали. Во-вторых, это прямой силуэт и
удлиненный вариант жакета. А это значит, что мы закрываем животик, прикрываем бедра, маскируем ягодицы. И таким образом мы вытягиваем силуэт. Кстати, Оля, которая сейчас подошла, у нас красавица 56 размера. А вы посмотрите, все замаскировано и скрыто. Кстати, давай замеряем длину жакета на 56 размер. Олечка, повернись, пожалуйста, спинкой. И от плечевого шва мы с вами вниз начинаем замерять наш жакет. Что мы видим? 80 сантиметров. Давайте увидим поближе. И вы можете уже на себе сделать такой замер и определить, какой длины для вас будет такой жакет. Еще раз повторяю, это 56 размер. Слушай, ну теперь-то нам все понятно и доступно, и мы можем с вами действительно на себе померить длину. Ну вот скажи, часто такие жакеты делают из ткани, которые не тянутся. И вот даже когда я еду, допустим, в троллейбусе или в автобусе, я даже руку поднять не могу, чтобы держаться за поручень. Ты знаешь, обычно бывает, да, костюмная ткань или плащевая ткань, которая плотная и неэластичная. Вот мне очень нравится, что наш жакет выполнен из мягкого эластичного материала, в состав которого входит вискоза, поэтому и ткань дышит, и тянется, и мягко, и комфортно. Посмотри, я специально сейчас тяну ткань в районе груди. У кого пышная грудь, видишь, насколько здесь удачная подстройка. И важно то, что рукава эластичные. Обратите внимание, Оля в водолазке Луана. И значит, у нас рукавчики, посмотри, позволяют легко надеть вниз любую водолазку, джемпер или блузу. Ой, кстати, замок молния, это очень удачно решение. У меня был жакет на молнии, это было очень-очень удобно, долго очень служит, такие вещи обычно. Скажи, пожалуйста, с чем рекомендуешь сочетать? Бывает такое, верхняя одежда только вот с одними брючками и все. Вот посмотри, мне очень нравится, что он у нас универсальный. Обрати внимание, что мы сочетаем и с брючками, с нашими брюками-утяжками. Мы можем сочетать с шикарной кожаной юбкой, тогда будет более дерзкий, молодой образ. Мы можем добавить водолазку Луану, она блестящая, но как она прекрасно вписывается в жакет. Хотите добавить дерзости, романтичности, наденьте, например, и кроссовки, и более спортивного варианта юбку. Мне нравится то, что в жакете много оттенков, а значит, мы можем собирать абсолютно разные модные цвета в комплект. Напоминаю, про фиксированную доставку, как ухаживать цвет? Мы стираем дома в домашних условиях, холодная вода и сушка на вешалке. 6 цветов на выбор. Набирайте бесплатный телефон прямо сейчас. Это товар сегодняшнего дня. Главное модное предложение этой весны. Звоните прямо сейчас.